сегодня мы прибыли со студентами из города Томска. Прибыло 12 студентов проходить рабочую стажировку по профессии на Северо-Сахалинской промплощадке. У ребят будет возможность не только получить новые рабочие знания, умения и навыки, но также принять участие в различных мероприятиях спортивных, прослушать курс тренингов по развитию креативного мышления. Все работы будут проходить под наставничеством сотрудников Северо-Сахалинской промплощадки. Я прохожу уже второй раз практику на Сахалине. В прошлый раз проходил на оператора ГРС. Сейчас буду на слесаре технических установок. От практики я ожидаю максимальных эмоций, также, чтобы это мне в будущем помогло на моей будущей профессии. Ну и просто хорошо провести время. Настраиваемся на положительный лад, надеемся на продуктивный результат по итогам стажировки, работы «Стройотряда».